как мы назвали нашего мальчика. Оно пипец какое сильное, мужественное. Это имя завоевывает сердце. Я расскажу, почему мы так назвали, каково происхождение этого имени. Вашему вниманию представляется... Всем привет, я Элли Ди. Здесь нас теперь очень много. Здесь Кирилл. Всем привет. Собака Джина тоже тут. Ну и, конечно, гвоздь программы Малыш. Он сейчас здесь спит. Вы не представляете, чего нам стоила эта съемка. Я в моем инстаграме, кстати, рассказывала, как мы готовились к этой съемке. Это было все очень долго. Это очень важное видео, потому что сегодня, наконец-то, я расскажу вам, как мы назвали нашего малыша. Я очень этому рада, потому что мне уже, если честно, надоело называть его малышом. Если ты еще не подписан на канал, сделай это прямо сейчас, потому что уже скоро я покажу вам нашего малыша. И на канале будет выходить очень много интересных видео. Это первое видео, которое мы снимаем уже непосредственно дома, и тем более с малышом. До этого выходили ролики из роддома. Кстати, еще на канале о питомцах вы можете посмотреть первую реакцию собаки Джины на малыша. В тот самый день, точнее вечер, когда мы приехали из роддома, ее самая первая реакция, ссылка на Элли Ди Пэтс в описании под видео, когда смотрите этот ролик до конца, можете посмотреть там этот безумный видос. Я предполагаю, что где-то в конце видео наш сыночек уже проснется. Должен, по крайней мере, по времени, так что ждем. Сегодня мы наконец-то здесь собрались для того, чтобы я вам рассказала наконец-то, как мы назвали нашего мальчика. Как вы помните, когда я была беременна, я выпустила на канале видео о том, какое мы выбираем имя для малыша, какие критерии для этого имени мы хотим. Там было очень много критериев, это должно быть очень редкое имя, это самый главный был критерий. Это должно быть имя, ну, достаточно как бы русское, не иностранное такое как бы, но в то же время не имя в лаптях, такое как бы не древнее старославянское. Это должно быть мужественное имя, такой как бы сильный энергетик и крутое. Очень много критериев, если вы помните этот видос, ну, я думаю, вы помните, не помните, короче, он был такой видос. Под этим видео было просто дофигища комментариев, очень много разных предположений, как назвать, и мы читали эти комментарии, и кое-кто все-таки догадался и предложил то самое имя, которым мы назвали нашего малыша. Вы в этом видео увидите эти комментарии и этих счастливчиков, этих... Я не знаю, как можно было догадаться на самом деле, я не представляю. Вы какие-то волшебники, вы экстрасенсы, наверное. Кто же, собственно, придумал имя, которым мы назвали нашего мальчика? Его придумал Кирилл. Я помню этот день, точнее вечер. Мы составили две таблицы. Если у нас будет девочка, то вот такие имена. Если будет мальчик, то вот такие имена. Мы еще не знали, кого мы ждем, мальчика или девочку. И в столбце под девочка было, наверное, 10 разных имен, а в столбце под мальчика было 2. Ну и вообще выжатый с пальца, понимаете? То есть было очень сложно. И что-то тут внезапно Кирилл что-то взял и выпалил это имя. Я уже даже не помню, почему. Ну, вот как-то так. Но потом произошла какая-то влюбленность в это имя. Я не знаю, это имя, оно такое, что первую секунду такое ощущение непонятно, потому что настолько редкое имя, но потом это имя завоевывает сердце, реально. Оно реально мужественное, оно реально очень редкое, я вообще не знаю никого с этим именем, и, блин, оно пипец какое сильное, мужественное. Мы решили, когда мы придумали, что именно так назовем нашего малыша, нашего ребенка, мы решили попробовать на наших родных друзьях, скажем так. Мы их пригласили в гости, и типа, давайте угадывайте. Мы, короче, какие-то подсказки им пытались давать. Знаете, сколько времени у них ушло на то, чтобы отгадать имя? Почти 7 часов. Это было крайне мучительно, и были такие безумные предположения. Короче, смотрите. Артем с Юлей пытаются угадать имя нашего будущего ребенка. Это такое же русское имя, как и Марк, нифига не русского происхождения, да? То есть, которое просто заявило. Да, но не русского как бы происхождения, но оно вот как бы имело... Зевс. Ну, не Зевс, Олимп. Ребята добрались, начали перебирать мифы древние. Я вот пытаюсь понять, это может быть римское имя? Ребят, вы что-то это... Мы уже очень близко, уже так близко, что я уже вся вспотела. Да вообще, нет, я уже час потел последний. Ну не Геракл, да? Мозговой штурм, дым пошел. Нептун. Юль, ты просто не найдешь в этих списках, но часто это имя не фигурировало. Вот я когда выбирал имя, я случайно в одном списке, случайно. Из Греции. Зев, ну вот это вот все. С Гераклом, да, и с этим надо как бы... Звучит дико уже, блин. А что, Геракл 2000 лет назад был, что ли?
Ну это вообще бог. Это вообще миф. Это миф, то есть не существующий. Миф о Древней Греции. Может быть, это из разрядов каких-то типа друидских имен? Я типа астериск, обелиск. Пришло время узнать, как мы назвали нашего сына. Просто, я не знаю, я волнуюсь, и в то же время я очень так рада. Мы уже получили свидетельство о рождении. Мы завесили его этой пеленочкой, потому что тут свет ему прямо в лицо светит, чтобы он мог поспать. Ну, как бы, сделали ему вигвам. Итак, вашему вниманию представляется сильный, мужественный, справедливый Спартак Кириллович. Да, мы назвали его Спартак. Это его полное имя, Спартак Кириллович. А сокращенно, ну, как бы ласково, мы его называем Спарти. Это будет его, так сказать, имя для всех. И у него уже есть свой Инстаграм. Ссылка на него прямо в описании под этим видео. Заходите, подписывайтесь. Там его первые фотки и вся жизнь его будет именно там. Сторисы, посты. Да! Пока наш мальчик очень маленький, ну, как бы совсем младенчик, мы его ласково называем Спарташа. Давайте теперь посмотрим, как отреагировали наши друзья на то, как они отгадали и как мы подтвердили их догадки. Ну и, конечно, я расскажу, почему мы так назвали, каково происхождение этого имени. Это все будет после реакции. Близко был, что уже даже что-то ты вообще... Так близко это когда был я? Спартак? Смотри на Юлю. Спартак? А что? Спартак, Спартак, Спартак. Засними. Спартак? Да, слушай. Да. Серьезно? Серьезно? Ну и было несколько счастливчиков, которые реально под тем самым видосом с критериями имени реально угадали, предположили. Спартак – мужественное имя. Можно назвать Спартак, Спартак Кириллович. Мудрый, сильный, выносливый, всегда достигает своей цели. Спартак Кириллович. Имя Спартак очень, как по мне, мужественное. Спартак – сильное имя, ни с кем не спутаешь. Можно назвать Спартаком. Это редкое и интересное имя. Не знаю почему, но Спартак – красивое имя. Спартак – имя прекрасное. Спартак – да, есть такое имя. Произнесите вслух Спартак Кириллович, видите, как круто звучит. Вот что писали те комментаторы, которые угадали. Блин, вы реально очень крутые. Откуда пошло имя Спартак? На самом деле Спартак – это реально имя реально существовавшего человека. Был такой гладиатор в Древнем Риме, который поднял восстание рабов против своих хозяев. Он был предводителем этих рабов. Гладиаторы – это были такие крутые бойцы, которые бились постоянно насмерть на аренах. Вот, например, Колизей, ну, вы знаете, да, в Риме есть такое вот место, Колизей, популярное для туристов, это и есть арена, где постоянно собирали гладиаторов и смотрели, как они дерутся насмерть. То есть выпускали гладиаторов, и кто-то умирал, оставался один живой. И был такой очень сильный гладиатор Спартак, есть книжка, которая посвящена этому герою. Есть также сериал «Спартак», такой очень крутой, мы с Кириллом его смотрели. Спартак смог убедить более 200 гладиаторов сбежать и устроить знаменитое восстание. С каждым днем его армия становилась все больше и больше. Были в ней и те, кто вовсе не держал в руках оружие, но он смог создать из абсолютно разных людей единую высокоорганизованную армию, которая ни в чем не уступала войскам Рима. Римская армия была самая сильная тогда. Самое интересное в этой истории – это тот момент, когда его новый хозяин Спартака, дал обещание, что если он выиграет очень сложный бой, то он ему подарит свободу. И Спартак выиграл этот бой, и ему была подарена свобода, но такая свобода была не по душе Спартаку, потому что она подразумевала то, что ты становишься свободным, и у тебя появляются рабы. И он понял, что эта жизнь не для него, и поднял восстание всех рабов против вот этого безобразия, рабства, которое было в те времена. И вот эта вот борьба за справедливость, борец за справедливость, это и обозначение, собственно, этого имени Спартак. Почему оно подходит нашему мальчику, потому что, ну, он был создан, зачат в очень сложных в моей жизни условиях, в очень тяжелое время, и это время продолжается. Это тяжкое преступление, в котором я невиновна, и я до сих пор отстаиваю свои права, и до сих пор этот вопрос не решен, но он находится в процессе. Как только будет что-то ясно, я об этом сообщу. Ну, по крайней мере, в Инстаграме моем, ну, точно. Кстати, ссылка на мой
инста в описании под видео. Почему это имя, имя Спартак, еще относится как бы к русским? Потому что второе возрождение этого имени пришлось на времена Советского Союза. Данное имя как бы считается революционным, так как в советские времена символизировало протест против несправедливости в социальной жизни, направленной против рабочих. И в СССР этому имени придавали значение «восставший», так как имя ассоциировалось как раз-таки вот с гладиатором Спартаком, организовавшим восстание рабов. Кстати, это было в 71 году до нашей эры. Сейчас я его возьму на ручки, потому что пришло время просыпаться. Если вы не видели видосы из роддома, ну, по каким-то странным причинам, потому что это, наверное, видосы, которые, ну, может быть, никогда еще больше не повторятся в моей жизни. Кто знает, вы можете их посмотреть, их очень много выходило. Самих родов, самое, наверное, пожалуй, откровенное видео, самые откровенные роды на Ютубе, по крайней мере, это точно. Иди ко мне, Спарташа. Наконец-то могу его называть по имени и не бояться, что спалю. В следующем видео я вам обязательно его покажу, кое-что расскажу о его жизни. Не только как бы, ну, в общем, покажу, какое он, его лицо и как бы и так далее, но и расскажу что-то о нем, потому что ему 9 августа уже будет 2 месяца, и он такой сейчас пупс, просто нереальный. И на этом видосы, конечно, не заканчиваются. Будет у нас еще и крутая одна распаковочка. Еще я для вас сняла крутой видос на протяжении всей беременности. Я снимала, как растет мой живот. Это просто жесть. И такой видос тоже выйдет на канале совсем скоро. А потом мы с вами переместимся на Кипр. Поэтому подписывайся на канал и увидимся в новых роликах. Пока!